Сегодня в Киеве второй день семинаров по защите прав журналистов и свободы слова. Их проведение – инициатива Украинского представительства Совета Европы и Европейской Федерации журналистов во главе с генсекретарем Рикардо Гутьерресом. На семинарах обсуждали самые резонансные и до сих пор не расследованные дела, например, убийство журналистов Вячеслава Еремея, Александра Кучинского и Павла Шеремета. Особое внимание уделили поджогу нашей новостейной студии. По словам международных представителей, только объединившись с международным сообществом, Украина сможет достичь результата в обеспечении прав журналистов. Дійсно, справа підпалу національного телеканалу «Інтер», вона обурлива і вона є на контролі, або ми намагаємось об'єднати зусилля вітчизняні журналістської організації, міжнародні журналістської організації. Я думаю, що знову найбільша надія для нас – це публічність і це міжнародний тиск. На сьогодні і Рада Європи, і всі правозахисні організації, журналістські, вони дійсно тримають на контролі і вони змушують звітувати українську владу про прогрес. Тому я думаю, що це спільний тиск, який має бути. Напомню, 4 сентября прошлого года, ровно 7 месяцев назад, неизвестные в масках ворвались в здание новостейной студии подробностей, напали на охрану, а затем подожгли офис изнутри. Сотрудникам пришлось спасаться от огня на крыше, откуда людей снимали спасатели. В результате полицейские задержали нескольких нападавших, однако вскоре их почему-то отпустили. Согласно расследованию оппозиционного блока и в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения, удалось опознать нескольких нападавших и организаторов поджога. Все это мы предоставили МВД, но до сих пор никакой реакции не последовало. Более того, полиция расследует дело как хулиганство, хотя СБУ квалифицировало нападение на офис подробностей как теракт.